К нашему эфиру присоединяется Андрей Пьянковский, публицист, политический деятель. Андрей Андреевич, здравствуйте, добрый вечер. Добрый день, Екатерина, добрый день, Александр. Рады видеть вас. И, конечно же, первым вопросом хотелось бы поинтересоваться, как вы считаете, этот пакет достаточно серьезный, который США уже выделяет Тайваню, он повлияет на военную поддержку в войне, которую Россия развязала против Украины, в поддержку Украины? Ну, прежде всего, я бы сказал, что судьба Тайваня, она решается сейчас в Украине. Самой военной поддержки пакет, конечно, Тайваню необходим. И речь не идет не о том, чтобы это за счет Украины. Вопрос с Украиной очень прост. И обещанные самолеты F-16, если завтра появится 200 самолетов F-16 в украинском небе, война закончится. Она закончится в Москве. Потому что в Москве уже поймут тогда, что рассчитывать им не на что. Но война с Китаем, защита Тайваня – это политическо-психологическая война. И это война политических воль. Убедительный разгром России в украинской войне надолго отобьет у товарищей в Пекине желание воссоединяться или присоединяться с Тайванем. Потому что результатом будет демонстрация политической воли Запада и прежде всего Соединенных Штатов. Поэтому вот меня возмущают такие большие защитники Тайваня в Соединенных Штатах. Есть такая фракция, которая как раз требует, мы не должны тратить на Украину, наша основная задача – это борьба с Китаем, и хорошо бы еще, они повторяют еще сегодня эту глупость, хорошо бы как-то Путина на нашу сторону перетянуть, а из-за этого ему надо уступить в важных для него вопросах, прежде всего в Украине и так далее. И они не понимают, что все решается сейчас здесь. Победа над Россией убедительной в Украине – это нет Китаю навсегда. Да. Андрей Андреевич, давайте еще обсудим то, как Россия сейчас ищет оружие, связи, поддержку по всему миру. Вот после этого саммита Россия-Африка Энтони Блинкен сообщил, что после визита Сергея Шойгу в КНДР, о том, что мы видим, как Россия отчаянно ищет поддержку оружия, где только возможно, чтобы продолжать агрессию против Украины. Как вы думаете, пойдет ли Китай, возможно, на одобрение поставок из Северной Кореи? Мы понимаем, что оружие там есть, но очевидно, что без протекции Китая никаких сделках речь не может идти. Или без разрешения Шойгу бы даже не ехал. Что думаете? Да, вот ваше последнее замечание, оно верно. Видимо, Шойгу знает, что китайцы не стали бы возражать. Ну, понимаете, тоже не стоит преувеличивать эту значимость. Это прежде всего артиллерийские снаряды, вот это 152 миллиметра. Их запасы там с 70-летней давности. Мы же знаем, появилась информация, что каким-то образом часть этих снарядов трофейных, видимо, оказалась в руках российских военных, украинских военных. Но эти снаряды, во-первых, они ненадежны довольно после 70-летнего там пребывания на корейских складах. Это не какой-то вандерваффе, устаревшие советские образцы корейского оружия. Ну, это же показатель, понимаете, ведь если бы еще полгода назад никто бы подумать не мог в России о том, что Россия великая, как они считали, военная держава, там вторая армия в мире, а во многих областях первая, будет критически нуждаться в помощи от таких выдающихся партнеров, как Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика. Это скорее свидетельство такой технологической и политической отсталости и обреченности российского государства. Да. Андрей Андреевич, предлагаю еще обсудить так сказать, очаг возгорания, который скорее похож все-таки на
фейки и ПСО, которые разгоняют Кремль руками и инструментами Беларуси. Да. Лукашенко просто, ну, человек, который не то что за слова не отвечает, у него карта мерещится повсюду. Вот как, напомню нашей аудитории, недавно он Путину еще рассказывал на прошлой неделе, что вагнеровцы его напрягают возможным походом в Жешув и Варшаву на экскурсии. Сегодня вот он виделся, значит, с народом, так сказать, с профсоюзами какими-то, и сообщил, что это была шутка. Вот. И никто туда не перемещается, просто он пошутил, это все был розыгрыш. Напомню также аудитории, что Матеуш Моровецкий недавно сказал, что разведка Польши зафиксировала перемещение там 100-200 вагнеровцев, которые двигались к границе. Как вы думаете, чем эта история может закончиться? Потому что разные были мнения, что Путин руками Вагнера может действительно пойти на какую-то провокацию и сказать, да это вообще какая-то частная военная компания, они сумасшедшие, я к ним отношения не имею. Вот вы к чему склоняетесь? К чему это все? Ну, к сожалению, она уже закончилась. Лукашенко, видимо, все-таки перетолкнул после встречи там с народом, или собственные военные ему объяснили. Если бы она продолжалась, она закончилась бы тем, чем закончилась история в таком сирийском городке Дель-Адзоре, куда тоже поперли вагнеровцы. И, по-моему, не по-моему, а это то, авторитетно после этого подтвердил Майк Помпео, государственный секретарь Соединенных Штатов, их там 300 или 400 человек там покрошило американской авиации. Но вот то же самое случилось бы и с вагнеровцами, если бы они оказались на территории Польши. Ну и кроме того, это бы был уже такой сигнал, который и НАТО не смогло бы не реагировать. Ведь мы уже выучили наизусть. До тошноты мне вот надоела эта фраза. Помните, еще до начала войны и Байден, и Столтенберг каждый день заявляли, утро начинали, вот если они вторгнутся на территорию стран НАТО, за каждый инч, вот они очень почему-то любят, за каждый инч натовской территории мы будем сражаться. Ну, между прочим, фактически это служило уже зеленым светом для агрессии в Украине. Вот за каждый инч натовской территории мы будем сражаться, а вот за инчи украинской мы так ничего не обещаем. Более того, как нам стало известно, Байден в это же время, извините, Бернс в это же время заключал такое устное соглашение с Путиным, что они, американцы, во время войны, то есть уже понятно было, что будет война, во время войны не позволят украинцам наносить удары по российской территории. Ну вот когда... В общем, я с удовольствием ждал этого безумия, но Лукашенко сорвал всю эту игру. Видимо, Путин хотел очень долго пугать то ядерным оружием, то вагнеровцами. Ну, Лукашенко выдержал и говорил, чушь это собачья, это вагнеровцы, которые угрожают. Ну, покрошили бы их немедленно раз, а второе, это бы дало бы все права и повод натовской артиллерии и авиации просто уничтожить всю российскую группировку на территории. К сожалению, этого похода не будет. Андрей Андреевич, ну и вопрос, конечно же, который волнует в Украине многих, потому что часто мы слышим со стороны Российской Федерации такие заявления, которые тоже, конечно же, работают как и ПСО, но в то же время для кого-то в Вашингтоне это может быть поводом для использования как политической стратегии. Я говорю о том, что речь идет об этом промежутке времени. Есть год, а дальше придет Трамп, и ситуация поменяется. В то же время мы видим новости о том, что Штаты заключили с Болгарией и Южной Кореей соглашение о поставках Украине боеприпасов, и уже ведут аналогичные переговоры с Японией. Скажите, пожалуйста, какие настроения сейчас в обществе и действительно ли поддержка и одобрение военной помощи Украине, оно все еще сильно и Украина может рассчитывать на поддержку? Да, безусловно, поддержка в обществе, на удивление, высокие цифры поддержки. На удивление, потому что традиционно американцы равнодушны к внешней политике. Это, они гораздо более интересуются внутренней вещью. Ну, классика из американской истории. Президент Буш-старший, победитель в холодной войне, победитель в войне в заливе. Ну, выиграл вообще все геополитические битвы. Проиграл выборы в 90-м году какому-то
плейбою из Канзаса Клинтону, ну, потому что там какие-то цифры, экономические показатели там на 1% упали. Но вот надо отдать должное телевидению американскому, они все время показывают сводки и съемки с поля боя из Украины. Вот как-то американский зритель к сердцу принимает трагедию Украины, эта поддержка не падает. И есть двухпартийное проукраинское большинство в Конгрессе. Но я бы не стал раскрывать другую сторону медали, которая вам известна. Часть администрации Байдена, а именно такие влиятельные люди, как Бернс и Селливан, ну, они вот придерживаются такой лукавой формулы не поражения Украины. Вот слово «победа Украины» за 600 дней войны они ни разу из себя не выдавили. И они играют все время на... Вот откуда вот этих вау-публикаций в американской прессе, что вот, конечно, украинцам мы сочувствуем, да, но они же все равно не смогут победить русских. Поэтому давайте подумаем о том, чтобы какое-то перемирие, переговоры и так далее. Это идет, конечно, вот от этой группы двух сотрудников администрации. И она присутствует. Ей много удается. Удается затягивание с предоставлением решающих пакетов помощи. Да, оно преодолевается нашими сторонниками, общественным мнением. Но сколько борьбы было из-за предоставления гаубиц, хаймерс, танков, патриот каждый раз. Наши сторонники побеждают, но время-то идет. И вот ключевая поставка самолетов, она снова отложена. Да, политическое решение принято, но отложено на несколько месяцев. А цена этих нескольких месяцев – это тысячи, а может быть, десятки тысяч жизней украинских воинов. Вот такая противоречивая картина в Соединенных Штатах. Да, но картина интересная. «Нью-Йорк Таймс» там провел опрос, и Байден, и Трамп пока идут ноздря в ноздрю. Думаю, что еще будет что обсудить. В любом случае, в Америке уже кажется, что политический сезон в разгаре. Думали, что начнется это позже, но видим, что уже каждый день и опросы, и различные сравнения кандидатов проводят. Андрей Андреевич, вам огромное спасибо за участие в эфире. Спасибо. Еще увидимся. Я думаю, что эти темы обсудим. Спасибо. Будем держать пульс. Спасибо. Руку на американском пульсе. Да. Андрей Пионковский был в эфире канала Freedom, политический обозреватель, эксперт, публицист. Спасибо.